А чого вам на проїжджій часті стоїть? Вообще не знаю, що. Доброй ночі. Скільки тут депресор? Послушай, я піду. А що случилось? Визвали підозру на станції проможності керування ФСБ. Що-що? Кажу, ви викликаєте немножко підозру. Чим? Спиртного нічого не употребляли. Подождите, даже если я употреблял, как вы можете определить, что я пил? Что? Как вы можете за определить, ознаком. За какими ознаками? То, что вас объезжали, за... вы на проезжей части ничего. Стояли, я да? Понял. Мы вас объезжали, потому что на проезжей части стояли. Почему вы стоите на проезжей части? Все едут в первом и втором ряду, а вы чему-то поехали справа, еще на куда-то на высокий шпик. На какой высокой шаг? Какая ну, какая скорость? Какое ограничение? Это мне выкликало подозру. Какие еще вопросы? Подробите посещение, пожалуйста. Я проверил, подивился на вас. Подозра нет, немало. Смотрите, вопрос вам простой. Почему вы меня вообще остановили? Я нарушил потому какое-то правило? Подозру. Чем? Подозру чего? Приехал в правом ряду? Возможности керования ТЗ. Я вам повторяю уже другой раз. Вы что, не нет, что, в чем заключается? В чем заключается подозра? От меня запах идет впереди машины или я ехал не в том руку. Или я ехал не в том ряду, в котором, если вы вернетесь назад и посмотрите, в каком ряду можно проезжать данный перекресток. Его можно проезжать как в левом, так в среднем, так и в правом ряду. Так что предъявите мне, пожалуйста, характер руку. Предъявить посещение. Характер руку чего? Не могу понять. Нет, так а в чем причина, не могу понять. Я же сказал. Что... Вы же уже понюхали меня. Что еще? Я ищу. Какие еще нужны? Ну, и что? Покажите свои сначала. Покажите, пожалуйста. Пусть он перепишет. Конечно. А то, что вы стоите на полосе движения, это нормально? Не, ну так я вам задаю вопрос. Что хорошо? Что вы сказали, я не понимаю. Вы стоите на проезжей части. Вы стоите на полосе моего движения. Это нарушение правил дорожного... Продиктуйте, пожалуйста. Записали? Я захочу записать, продиктуйте, пожалуйста. Блонский Виктор... Подождите, Виктор Владимирович. Что там еще? Когда выдано удостоверение? И до какого числа действительно? 14-го года. 14-го года, да? И номер значка вашего? 14-18. 14-18. Проверять будете? Вы знаете, сколько я перемещаюсь через этот перекресток? Вы... Первый человек, который остановили меня. Водительское удостоверение. Что еще? А что поэтому вы увидели?